Всем привет, с вами я, Алан Сайт, и сегодня я нашел еще один хоррор в Роблоксе. В конце покажу название этого хоррора. Вот наша компания, с кем мы идем работать в этот ресторан, я бы это назвала. Ресторан быстрого питания, наверное, сам не знаю, по заставке понятно. Вот, смотрите. У нас 3 блюда, как я понял, есть. Принимаем заказы вчетвером. Я не знаю, что как. Нам сказали принять заказ. Под номером 2. Давайте возьмем номер 2. И это у нас курица. Нифига себе. Да мы ее серьезно даже не завернем, а голыми руками просто просунем ему курицу. Такие типа, на, ешь, друг. Новости. На свободе есть какой-то преступник. Может, этот преступник будет к нам вламываться в кафе или что-то в этом роде. Я не знаю. Буду стоять с какой-нибудь едой. Первая или третью взять? Не знаю. Так, принять заказ уже можно? О, у меня как раз первая еда, это гамбургер. Блин, меня работники другие просто взяли и из окна выпихнули. Понятно, друзья, понятно. Как вы умеете работать? Ладно, пошли. Сейчас немного пройдемся. О, это за мной? Ты за мной пришел? Спасибо. Бро, ты настоящий друг. Давай идем. Что это? Давайте зайдем в туалет. Может, тут есть что-то. Так, смотрим. Ну, крыса? Что за фигня? Крыса? Нет, не говорите, что кто-то закажет у нас мертвую крысу. Нет. Нет, нет, не надо, пожалуйста. Ладно, давайте. Надеюсь, что у нас никто не закажет эту мертвую крысу. Ну, а может, и закажет. Что, давайте ему первую еду дадим. Так, давайте ждем. Что, так смотришь на меня? Что будем делать дальше? В морозилку пойду. Вау, тут есть запасы еды. Принять заказ. Можно мне... Нет. Нет. Не надо, пожалуйста. Дайте клей. На! Приятного аппетита, друг. Приятного очень, я надеюсь. Так, давайте. Вынеси мусор. Нет, я не вынесу мусор. Я уже и крыс ловлю, и заказы принимаю. Давайте вы хоть бы мусор возьмете на свои плечи. Ладно. Ну да, я понимаю, это ресторан какой-то. Смотрите, вчетвером, пока что никто еще не вышел. Потому что, ребят, когда я снимал видео про кукольный дом, который у меня в итоге не вышло, лагало жутко. Я с напарником был, даже с двумя. Один вышел в итоге, струсил, и второй потом еще вышел в конце. О, у нас, кстати, второй день уже наступает. Интересно, сколько вообще будет дней? Так. Смотрим, о, тут есть швабра, то есть нам сразу намекают, что мы будем убираться. Ребят, чтобы вы понимали, мой моб так на меня сейчас смотрит, такими глазами, и не понимает, что тут происходит, с кем я разговариваю, и будто меня в чем-то подозревает. Ну ладно, что делать? А, ну как я понимаю, надо взять швабру и вытереть лужу. Давайте. Блин, а что это так трудно? Я хожу по луже, а не вытираю ее. Ну ладно. Ребят, если вы хотите, чтобы я снимал какие-то новые игры, то напишите в комментариях. Я прислушаюсь, посмотрю. Или если вы хотите, чтобы я протестил обновление 1.20 в Майнкрафте, не знаю, что хотите. Ну ладно. Что, ребят, давайте не забывать то, что мы уже дошли до отметки 3500, я вас благодарю. Но я хочу до конца лета дойти до 4000. Давайте, ребят, подписывайтесь, еще ставьте лайк. Если будет много лайков, то я пойму, что вам нравится такой контент. Вау, что, помочь тебе машину починить? Ладно, нет, не надо помогать тебе машину чинить. Уйди, уйди, уйди. Знаете, почему я так не паникую? Ну, потому что превьюшечка. Ребят, знаете, всегда надо знать, что ставить на превьюшечку. Так, давайте.
Чё, застрял? Ну, бро, бывает. Смотрите, морозилка. Я не понимаю, зачем морозилка, если мы с ней даже ничего не делаем. О, снова просто принимаем заказы. Опа, у меня как раз еда номер 3. Держите, пончик. То есть еда номер 1 это бургер, еда номер 2 это курица, еда номер 3 пончик. Снова говорят про преступника, я не знаю зачем, но мы уже поняли. Ну, наверное, это не только для нас показывают, а вообще для всего города. И это у нас есть в заведении, как бы, телевизор. Я не понимаю одной вещи, у нас третий день, почему нам только заказывают еду, то есть через машину, чтобы мы просовывали им еду, никто не идет к нам в ресторан поесть, там же есть стулья. А сейчас мы будем убивать пауков. На самом деле, я не понимаю, почему наше заведение еще не закрыли за антисанитарию. У нас тут пауки как бы в морозилке и крысы в туалете. Нас как бы уже должны закрыть. А что это? Принимаем заказ. Пончик взял. Нет, не пончик надо было. Не угадал, пацан. Ладно, берем еду номер 2 и даем. Что-то залагал чуть-чуть. Ну окей. Давайте продолжаем. Нам позвонили, что ли? Давайте посмотрим. Чё? А, типа есть какой-то код. Давайте сломаем картину. Может, он здесь. Наверное, 1, 2, 3, 4. Да какой 1, 3, 2? 1, 2, 3, 4. Что там? Смотрите, пестик. Прикольно. Что? Что за фигня? На, бот. Нет, стой. Я не про это даже говорю. Ну, стой здесь, мне как бы все равно. Я говорю про эту надпись. Нифига себе. А интересно, ему нужно именно меня убить или забрать мой канал? Тут очень интересно сейчас. Ладно, на самом деле, зачем мне мой канал? Всем привет, я какое-то чудовище, которое ходит в эту непонятную забегаловку, и мы сегодня будем убивать этих ребят. Так что ли? Ладно, ребят, прячемся. Нет, я слишком толстая для того, чтобы прятаться. Все, это мне хана, походу. У меня есть пистолет, но у него 0 патронов. Что делать теперь? Давайте прячемся. Прячемся, друзья, прячемся. Он нас не поймает. Кстати, интересно, сколько игроков осталось? Где он? Я чуть испугался. Ну ладно, ребят, давайте заканчивать видео. С вами был я, Алан Сайт. Всем пока, до скорых встреч.